Всем привет, с вами Ирина Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Это видео по новой игре Big Money Garden. Значит, я сюда закинула 10 рублей. Всего 10 рублей пополнила, так? Заглушек и вроде как и не было на вывод. Значит, бонус при регистрации нам дается одно растение. Я хочу проверить эту игру на вывод. У меня сейчас на балансе рубль 38. Я сейчас соберу растения. Так, мои растения. Я не знаю. Посмотрите, значит, бонус при регистрации дают вот вишню одну, да? Одну я купила за 10 рублей. Плюс вот у меня еще одна вишня. Откуда она взялась, я не знаю. И плюс вот мне дали еще 50 рублей на балансе для покупок. За какие подвиги мне все это дали, я понятия не имею. Может, из-за того, что активный партнер. Там что-то вроде как за активность, что-то там поощрения какие-то. Фиг его знает. Но, тем не менее, дали. Ну, даю, пусть. Значит, вот у меня три вишни и клубника. Собрать прибыль. Итого у меня 4,12. Я хочу вывести эти денежки. Значит, бонус я уже получила сегодня. Так. И что? Вывести. Нажимаю вывод. Заказать выплату. Я еще ничего. Так, и платежный пароль надо вставить. Сейчас ставлю платежный пароль и закажу вывод. Так, деньги отправлены. Так. Ну что, идем тогда на почту. Выплачено. Не на почту, вернее, а в кошелек. Потому что такие большая сумма такая пройдет, скорее всего, мимо почты. Обновляю страничку, перезагружаю. Так, дата операции 25 ноября, перевод выполнен 4.08, Big Money Garden. Игра платит, все замечательно. Так, профиль. Баланс по нулям стал. Замечательно, есть чат. Так, и еще хочу сказать, у меня вот под видео... Значит, вот мне оставили комментарий. Оставляйте ссылочки. У вас есть комментарии, ожидающие рассмотрения. Уважаемые мои подписчики и гости моего канала, не надо оставлять свои ссылки мне под видео. Значит, вот, ну, с этой игры как бы они не появляются у меня в комментариях, понимаете? А то, что вас вот за такое вот дело, сам YouTube вас может забанить. Мне по барабану. Можете хоть миллион ссылок. Так что задумайтесь о том, что сам вот YouTube канал вот за спам он может забанить. Вот, ну, в принципе, что? Я игру пока довольна. Все замечательно. Игра платит. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.